Всем привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как легко и просто можно сделать вот такую классную лежанку для своего питомца, на которой он может как играть, так и спать. Кому интересно, продолжайте смотреть это видео. Самое главное, что нам понадобится, это два абсолютно одинаковых отреза ткани по длине и по ширине. Я буду использовать вот такие пледики из флиса, которые я купила в магазине Fix Price. Ткань может быть одинаковой расцветки, может быть и разной. Кладем одну ткань на другую изнаночными сторонами друг к дружке. Теперь разрезаем всю ткань по периметру на вот такие длинные полосы. Длина полосы 10-11 см, ширина 1,5-2 см. Чем длиннее будут ваши полосочки, тем проще вам с ними будет работать в дальнейшем. Моя собака стала проявлять большой интерес к ниточкам, которыми был прострочен пледик по контуру, поэтому мне пришлось их отрезать. Теперь мы разъединяем наши ткани, на нижний слой кладем то, чем будет наполнена наша лежанка. Я буду использовать вот такой пледик, который лежит у меня без дела. Теперь соединяем верхний и нижний слой вот такими обыкновенными узелочками. Завязывайте потуже, чтобы щеночек не развязал. Также в дальнейшем вы можете все это дело развязать, взять ткань, постирать ее. Получается вот такая двухсторонняя лежанка, если вы будете использовать две разные ткани. Лучше использовать одну ткань посветлее, другую потемнее. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Всем пока и до новых встреч!